чем холоднее, тем лучше. На озере чемпионов Тюмени 50 моржей из клуба «Аквай Спорт» открыли купальный сезон. Первыми окунулись дети, передавая эстафету взрослым. Температура воды сейчас около 10 градусов, и это лучшее время для того, чтобы начинать закаливание. После коллективного заплыва участники по традиции грелись в бане и пили горячий чай. Это первый в новом сезоне массовый старт, которых будет много. Еще у нас впереди обычно в декабре проходят мероприятия. В этом году у нас состоится чемпионат России, первый, лично командный. И за 2 месяца можно подготовиться к дистанции от 25 до 450 метров. Конечно, 450 метров плывут более опытные моржи, но 25, я думаю, будет под силу тем, кто начнет именно сейчас закаляться.